Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Чемпионка мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 метров, спортсменка из Нидерландов Лара Ван Рёйвен, умерла в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. В конце июня спортсменка, находившаяся на сборах во Франции, была госпитализирована. Обследование показало у нее наличие аутоиммунного заболевания. Осложнения от него привели к смерти. Помимо золотой медали чемпионата мира 2019, в активе Лары Ван Рёйвен также были серебро ЧМ-2018 и бронза Олимпиады 2018, эту медаль спортсменка завоевала в эстафете. Кроме того, на ее счету 3 золота, серебро и 2 бронзы чемпионатов Европы. Лара Ван Рёйвен родилась в городе Налдвейк, провинция Южная Голландия. Впервые стала на коньки в 6-летнем возрасте. Профессионально тренироваться начала на базе клуба Хардридж Верениджинг Ден Хаг Вестланд под руководством Йоруна Атера. 6 января 2018 года поступила в больницу с травмой правой лодыжки. В 2014 году получила травму колена. В сентябре 2017 года вывихнула плечо. Первую медаль на соревнованиях международного уровня Ван Рёйвен выиграла во время чемпионата Европы по шорт-треку 2013 года в шведском Мальме. Голландские шорт-трекистки в женской эстафете на 3000 метров с результатом 4:18,569 заняли первое место, опередив соперниц из Германии 4:18,692 вторые места и Польши 4:19,794 третье место. Серебряную медаль Ван Рёйвен выиграла во время чемпионата Европы по шорт-треку 2015 года в голландском Дордрехте. Ее команда в женской эстафете на 3000 метров с результатом 4,18 заняла второе место, опередив соперниц из Венгрии 4,18 третье место, но уступив первенство спортсменкам из России 4,18 первое место. Участие на чемпионате Европы по шорт-треку 2017 года в итальянском Турине принесло в актив Ван Рёйвен бронзовую медаль, которая была добыта в эстафете на 3500 метров, где голландские шорт-трекистки с результатом 4:18,446 заняли третье место. Первенство забега было отдано спортсменкам из Венгрии 4:17,195 второе место и Италии 4:17,166 первое место. На зимних Олимпийских играх 2018 Давриз заявлено для участия в забеге на 500 метров и эстафете на 3000 метров.